Всем привет, на своем канале. Сегодня я хочу вам показать все поделки, за которые я сделал за каникулы в лагере. Мы шили там. Вот. Первым я хочу вам показать чак-чак баночки. Только он уже это ломается. Склеивается, ломается. Вот такой вот. Второе хочу показать вам. Это вот такая вот. Тоже пирожок какой-то. И татарский. Мы все татарское шили. И еду. Типа. Вот. Это. Я забыл, как она называется. Короче. Потом вспомню, скажу. И вот эта вот плюшечка. И вот эта вот штука, это гуляш, вроде бы, называется. А это так и не вспомнил. И самая большая моя поделка, это такая корзина из этих трубочек. Надо было делать трубочки из бумаги. Вот. Потом их всяко свивать и склеивать. Потом я, получается, морилкой это все покрасил. Потом я проклеил это все ППВА клеем. Вот. Теперь она вот такая вот огромная. Блин. Упала. Такая вот огромная. Это, и она мне больше всего нравится из моих поделок. Можно вот так вот все сложить. Была еще одна поделка где-то. Тоже какой-то пирожок. Вот. Это был чебурек. Он куда-то пропал. Вот. Вот это понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.